заключу я союз между мною и тобою, и весьма-весьма размножу тебя». И Авраам пал ниц и говорил с ним Всесильный так. Что значит «размножу тебя»? Как можно размножить это свойство отдачи? Свойство отдачи – это свойство чистого сердца. Открыто для всех. Подходи, бери. Это свойство Авраама. Это свойство, оно растекается, как вода. Это свойство, когда открыты руки, открыто сердце. Угу. То есть оно не идет вперед, и с ним невозможно двигаться вперед. Это свойство, когда оно просто... Вот, ну, слабость она даже какую-то показывает человеку, когда он просто добрый. Знаешь, когда тебя любит, вот мать любит безответно детей, и они делают с ней все, что угодно, она ничего не может сделать. Любовь – это страшная сила, отрицательная в том числе. Вот. Так вот, у Авраама это свойство. Размножу тебя, значит, за счет чего он может размножиться? Ему это, он все, у него, от него все уходит, от него все, как из источника выливается. Размножить он может, если он начнет применять эгоизм в соединении с собой. Вот тогда он сможет размножиться. То есть все размножение, оно построено на совпадении, на соединении двух противоположных свойств. Эгоистической и альтруистической. Мужской, женской. Плюсы, минусы и так далее. Так вот, Творец ему говорит, твое свойство должно соединиться с противоположным тебе свойством, и тогда действительно возникнет порождение новых ступеней. Я размножу тебя. Но каким образом ты соединишься с этим, с этой отрицательной, противоположной тебе ступенью, женской части так называемой? Вот Авраам тут и спрашивает.